король Артур, Ланселот, королева Гвинерва здесь не были. Потому что это не средневековая Англия, это наша с вами родная Омская область. Здесь есть необычное место, которое погружает в другую реальность. Если вы с детства увлекаетесь рыцарскими романами, любите историю или просто хотите получить новые впечатления, в любое время года у вас есть возможность посетить средневековый замок, который стоит на берегу озера рядом с поселком Политотдел. Создатель замка Александр Немо по образованию военный. Будучи родом из Екатеринбурга, он немало поколесил по нашей родине, а также Белоруссии, Прибалтике, Украине, Молдавии и Литве. И везде оставил свой неповторимый след – замки. На его счету их более 20. В 2010-м Александр получил приглашение соорудить крепость в нашей области. Стройка продолжается по сей день. Стены растут в основном только в теплое время года. Зимой Немо пополняет новыми экземплярами свой музей. Вот все, что вы видите, сделано моими руками. Желающие могут прийти сюда, посмотреть, снять небольшой ролик, попробовать все в натуре. Стоит это недорого, около 100 рублей. Просто захотелось с детства. Нравится мне строить замки и создавать вот эти рыцарские доспехи. Ну, вдруг вы хотите пофехтовать, как в средние века, пострелять из мушкета, из арбалета, из лука, одеть доспехи. То есть, как бы, и все это в средневековом замке можно. Александр увлекается не только средневековой историей, он знает немало и о том месте, где ставит свое очередное творение. Осенью 19 года сюда подошла 5-я армия Тухачевского, стала на этой стороне Иртыша. С той стороны были беляки. Они когда уходили, колчаковцы взорвали мост, и поэтому через мост переправу нельзя было. Начался осенний ледоход, и нельзя было ни переправу, ничего организовать. И потом где-то 14 ноября вдруг ударили морозы, лед образовался на речке, и через него 242-й полк пришел и занял Омск. То есть проходила Омская операция в ноябре 19 года. Вот здесь вот, со стороны Николаевки заходили. Поэтому моя версия такая, что здесь находился политотдел 5-й армии Тухачевского. Потом красные ушли, а название осталось. Поэтому политотдел. Ну что, как вам видок? Открою секрет, что отсюда сверху все выглядит еще интересней. Правда, залезать сюда я бы вам не рекомендовал, потому что это смертельно опасно. Меня-то сюда на подъемном кране подняли, так что я бы в полной безопасности. Напоминает все эти развалины какой-то старый графский замок в Англии. А на самом деле все это сооружение называется Петропавловский винокуренный завод. Как понятно из названия, развалины завода находятся в деревне Петропавловка, всего лишь в 5 километрах от поселка Муромцево. С горы, откуда спускается дорога к заводу, открывается потрясающий вид на строение, которому уже более сотни лет. Но у меня при виде развалин первым делом возникла совершенно мальчишеская мысль. Можно ли забраться наверх? А где залезть? С этой стороны, по-моему, залезть не получится. Надо искать где-то другое место. Как теперь слезть-то? Мишка, лови! Давай. Да? Пойдем дальше. Это.
Я же как-то это делал уже. Обычно в таких случаях на экране появляется надпись «Не пытайтесь повторить». Ну вот, я же говорил. А если без шуток, то я действительно выбрал очень рискованный способ, чтобы показать достопримечательность Муромцевского района во всей красе. Расшатанные кирпичи, вкладки и торчащие отовсюду железки – далеко не все опасности, поджидающие безрассудных сталкеров. Говоря, с детства боюсь высоты, а тут еще специально как будто кто-то вырыл огромные ямы, может быть, чтобы дольше падать. Если не так, то даже не представляю, каково их предназначение. Чего не сделаешь ради любимой работы? По-моему, отличное место для селфи. У Аленки точно такого не будет. Последнее время в погоне за крутым селфи люди забираются в такие места, куда нормальный человек ни за что не полезет. Я не из таких. И единственное оправдание моему безрассудству – я показал вам все, что можно увидеть с высоты стен Петропавловского винокуренного завода. И теперь вам сюда лезть незачем. Высота около 10-12 метров. Страшно, конечно, но слезать же как-то надо. Ну, была не была. Все в порядке. Любой желающий может попасть в единственный в нашем регионе замок, до которого ехать из города всего 50 километров по Тюкалинскому тракту. Александр Немо с удовольствием проведет экскурсию всего за 100 рублей для группы из 5 человек. А в музее мастера можно подобрать себе подходящий костюм и создать полный образ человека средневековья. Только обувь у вас должна быть своя и очень удобная. Ведь, хватаясь за меч, нужно быть готовым к боевым действиям и прочно стоять на земле. Средневековье – это ежеминутная борьба за жизнь! А в таком аттракционе может принять участие каждый, но если вы, конечно, не боитесь. Построить свой собственный дом – это задача не из легких. А вот построить замок с присущими ему сыростью, сквозняками, отсутствием привычных удобств, но с крепкими стенами – это уже эксперимент. У меня есть потребность в автономии. Попробовать себя лично, что я значу. Не в обществе, а отдельно от общества. Хоть на небольшое количество времени. Замок строится, как растет дерево. Проснулся, что-то новое придумал, делаю. Не понравилось, ломаю. Делаю, переделаю. То есть я не знаю конечный результат, как получится. Я как художник, который... В общем, я рисую и на бумаге. Но мне кажется, рисовать на бумаге слишком легко. А нарисовать в железе, в камне, то есть в объеме, это круче и сложнее. Атмосфера здесь удивительная. Многочисленные коридоры и повороты. Это вам не типичный панельный дом, в котором, предположим, живу я. Ну и знаете, еще к тому же очень холодно. Ну, сквозит, вы смотрите, здесь нет нигде стекол. И, в общем-то, не в каждом помещении, опять же, есть потолок. Александр, неужели так людям было в средневековье холодно? Где погреться-то? Нет ни кухни тепленькой, ни плиты. Батареи тоже здесь не предусмотрены. Как-то надо теплее одеваться, что ли? В средние века народ очень замерзал. Я это ощутила на себе. Стекла не было. Окна прикрывались ставнями. Даже во Франции, в Испании, в Германии камин не прогревал. Большое пространство, было холодно. Я так понимаю, что они, наверное, постоянно болели. Ложились спать постель, не снимая верхней одежды. Бани не было в средние века. Баня появилась, когда крестоносцы организовали свои крестовые походы на восток, и у мусульман
научились мыться, а до этого... Не мылись? Да, не мылись. Мерзли и не мылись. Ну это жуть мерзли, какая-то. Потели, не мылись. Александр, я прошу вас, проведите экскурсию по замку. Хорошо, пойдемте. А где-то здесь свет предусмотрен, нет? Предусмотрен в ночное время, факелы горят. А это не опасно? Нет, не опасно. Первое здание Петропавловского винокуренного завода, построенное в 1860 году, было деревянным. В этом месте было все, что нужно для винокурения. Чистая вода в реке Шайтанке, хлебные поля и крестьяне, которые могли работать на заводе с октября по март. Собственно, село Петропавловка и образовалось благодаря винокуренному заводу. Уже через три года, в 1863 году, он выпустил свою первую продукцию. Называлась она «Хлебное вино». Но на самом деле, как мы понимаем, это была высококачественная 40-градусная водка. И изготавливал ее завод достаточно большое количество, более 170 тысяч ведер в год. На заводе производилось столько продукции, что из телег с бочками, которые эту самую продукцию вывозили, образовывались целые заторы, пробки по-нашему. Я надеюсь, в то время тоже была пешеходная дорожка, иначе как ходили здесь люди? Уже через 30 лет оборудование завода устарело, и было принято решение построить новые кирпичные корпуса, которые сохранились до наших дней, правда, не совсем в целом виде. Виной всему пожар, который случился на заводе в 1969 году. Дело в том, что на заводе была сложная отопительная система. Сперва, чтобы создать тягу, нужно было растопить малую печь, а потом уже основную. Существует такая версия, что была подожжена печь, создалась тяга, но пока истопник шел до другой, по всей вероятности произошло затухание, и тяга прекратилась. И когда растопилась другая печь, при отсутствии тяги под давлением произошел взрыв, что, в принципе, и привело к дальнейшему пожару, который, в принципе, нанес огромнейший урон. Завод просто не подлежал восстановлению. Природа, свежий воздух, а также камера пыток и казематы. Ладно, надеюсь, еще увидимся. Ой, не знаю, зачем мне это нужно и куда меня постоянно... несет. Но я решила без Александра залезть. Фу, наверное, я делаю это зря. Хотя я всегда уверена в своих силах. Опа! Где я? Ну, это какая-то башня. Посмотрю в окно. Наверное, из этого окна нужно наблюдать за неприятелями. Но предварительно нужно взять хорошее оружие. Пойду поищу. Алена, да! У меня для тебя есть пушка. Ха-ха, это огонь. Класс. А что, в средние века уже пользовались, да, пушками? Да. И вот она прям такая, как и была? Вот английская армия во Франции, миниатюра 15 века. Обратите внимание на вооружение англичан. Перед вами первые пушки. Их делали из железа. Лафетов не было. Стреляли пушки метров на 500. Для подготовки их к выстрелу, к одному выстрелу, требовалось несколько часов. Вот то есть несколько да. часов заряжали, можно... один раз выстрелили, и опять несколько часов заряжали. И войну проиграть, пока будешь заряжать. Конечно. Александр, а у вас вот, когда здесь все достроится, вы уже и потолок тоже сделаете, здесь из пушки можно будет пострелять? Да уже несколько лет стреляют из пушки. То есть мы сегодня можем стрелять? Нет, сегодня мы не можем, я боезапас не взял. Ну, вы плохо подготовились. То есть холостые выстрелы получается... Замок сегодня пита. Не защищен. Приходите завоевывать. Да? Да.
Если пальнуть из этой пушки, вполне возможно, выстрел будет слышно в сосновом бору, который находится неподалеку от села Политотдел. Там тоже можно прогуляться в костюме средневекового рыцаря, распугивая местных грибников. На отдых принято ездить с дорогими, близкими, любимыми людьми. Однако же в это место есть смысл привести своих недругов и наказать их безжалостно, например, за кражу. Недаром в начале программы я сравнил Петропавловский винокуренный завод со старым английским замком. Одно сходство у них точно есть. Завод строили так, как будто он должен был выдерживать штурмы и артиллерийские залпы. Марина Александровна, здесь стены толстенные, получается в 4 или даже 4,5 кирпича. Да, это достаточно нестандартный кирпич. Для строительства завода были привлечены иностранные архитекторы. Такой кирпич он создавал не только мощность и крепость завода, но и специально было предусмотрено то, что в стенах завода будет проходить отопительная система. То есть часть дымоходов проходила внутри стен, что экономило энергию и позволяло отапливать такое огромное здание. Существует еще легенда такая, что цементная кладка раствор замешивался на яичном белке, что придает кладке особую прочность, и поэтому до сих пор стены завода стоят крепкие, держится, их очень трудно разбить. И вот такой вот достаточно широкий кирпич, который позволяет делать толщину стен вот такой вот достаточно мощной. А вот эта труба, получается, есть та самая система отопления, которая проводилась в стенах? Да, система отопления здесь тоже была очень хорошо продумана. Был завезен котел ланкашерской системы, который позволял экономить топливо, энергию. И в то же время система содержала достаточно большое количество воды, которая использовалась как в процессе ректификации, в производстве, так и должна была сработать в определенный момент как система пожаротушения. Ага, вот так. И то есть, видимо, она не сработала? По всей видимости, здесь во время взрыва что-то было повреждено, и система не сработала, что и привело вот к такому плачевному результату. Кто знает, если бы не пожар, какая судьба настигла бы завод во времена развала Советского Союза. Вполне возможно, что он также неизбежно стал бы объектом интереса сталкеров, только выглядел бы немного цельнее. Может быть, в скором или не скором будущем Петропавловский винокуренный завод отреставрируют и сделают из него какой-нибудь, например, музей. Но я все-таки за то, чтобы памятники архитектуры оставались именно памятниками и напоминали нам, что ничто не вечно под луной. В каждом настоящем замке обязательно должен быть камин, и этот не исключение. Это единственный источник тепла в каменном здании, а также плита для приготовления еды. Или вот можно просто бутерброд подогреть. Горяченький. Если вы поедете в замок Александра Немо в холодное время года, не забудьте захватить с собой термос и что-нибудь перекусить. Дополнительная энергия в таких экстремальных условиях точно не помешает. Александр, куда мы сейчас с вами идем? Мы идем в тронный зал. Вот этот? Ух ты! А где же трон? Я бы посидела. А трон изготавливается в мастерской. Вот здесь будет стоять трон, здесь будут стоять рыцари в доспехах, здесь будут щиты, знамена, копья висеть, арбалеты. Самое высокое здание, самое мощное в центре замка – это донжон. Вот мы в нем находимся, в центральной части. Вот здесь все это будет. А какие-то обряды, может быть, у вас будут в тронном зале проходить? Конечно, будет обряд посвящения в рыцари. Ну, что, типа... А давайте, может быть, вы меня посвятите сейчас, обряд я буду первая. Обряд посвящения рыцарей, по куртуазным законам, представлял из себя посвящаемого в рыцари
тот, кто его посвящал, ударял по плечу мечом, плоской частью меча. Рыцарь становился на одно колено. На правое, левое? На правое. Только не бейте сильно. Так. И вот после удара плоской частью меча по плечу, посвящаемый становился рыцарем. То есть вы меня уже несколько раз ударили, я уже рыцарь? Да. Ну, даму сердца я себе выбирать не буду. Кстати, слово «рыцарь» происходит от немецкого «всадник». И здесь, в политотделе, после посвящения, я смогла почувствовать себя рыцарем в прямом смысле этого слова. Но об этом чуть позже. Удивительной красоты открывается вид с балкона этого замка на безымянное озеро. Кстати, местные говорят, что можно приехать и дать ему название. Не знаю, когда вы соберетесь, может быть, уже глубокой зимой, видите? Красивый снег большими хлопьями падает, и, возможно, озеро это замерзнет. Но обязательно посмотреть на эти места нужно. Конечно, ради одних только развалин винокуренного завода ехать в Муромцевский район не совсем оправдано. Но, к счастью, в окрестностях Петропавловки есть еще достопримечательности, которые стоит посетить. Одна из них – Петропавловский сосновый бор. Это природный лес, который окружает поселок. Его еще называют корабельный или мачтовый, поскольку особенность этих сосен такая, что им больше 110 лет. Бестучковая зона достигает более 70% от ствола. То есть это достаточно ценная, уникальная порода, которая в кораблестроении использовалась, ну и в строительстве тоже. Вот они, те самые знаменитые корабельные сосны. Воздух от них, конечно, здесь потрясающий, чистый. И под ногами, кстати, тоже очень чисто. Даже не хочется мусорить. Удивительно, как будто здесь кто-то убирает. Все свое ношу с собой. Площадь леса составляет около 36 гектаров. Он окружает Петропавловку со всех сторон. Это хорошо видно на спутниковых снимках. Так что есть смысл приезжать сюда даже на несколько дней и отдыхать, дышать чистым хвойным воздухом. Говорят, что мох растет на северной стороне дерева, но здесь, в Петропавловском бору, мох растет вокруг дерева, поэтому я даже не знаю, где север. Но, в принципе, все логично, мы же уехали на север Омской области примерно за 250 километров. Замок – это не то место, где можно спрашивать у хозяина, а что у вас здесь есть еще интересненького? Буквально на каждом шагу встречаются предметы, о которых хочется узнать что-то новое. Ну вот, например, здесь висит. Может быть, это из камеры пыток? Что Нет. это такое? Это корона. О, как я могла не узнать, что это корона? Ну и как? Я похожа на королеву? А где мой король? Есть еще? Надевайте. На шапку прям? Это наш сибирский вариант, я так понимаю. Чтоб уши не замерзли. Так, а что это такое? Ну, я понимаю, что это бусы, да? Да. Никогда такого у меня не было. В жизни железные бусы я не носила. Такое, знаете, на летнее шелковое платье. Почему бы и нет? Так, пара килограммов. Может, от стрелы защитит. А-а-а. Или от удара кинжала. Мой король, мы еще можем что-нибудь померить? Можем. Все, сместили меня с трона. Снимаю корону. Теперь я кем буду? Римским легионером. Ой, Игорь, какой он же тяжелый. Да никакой он не тяжелый. Настоящий был из бронзы или стали, а это из чайника алюминиевого. Чайник? Да, ха-ха, чайник. Может быть, мы пойдем чай пить? Есть заварка? Есть. В пакетиках? Я люблю в рассыпуху. Ой, какой ужас, а. А мои косы останутся, по-моему, у вас в чайнике. Ха-ха.
А римские легионеры носили короткую прическу. Знаете, мне понравилась больше корона. Как-то эстетичнее. И чувствую я себя. Хорошо. Мне кажется, прогулки по Петропавловскому бору можно посвятить спокойно половину своего выходного дня. Птички поют, красота, и слышите? Комары тоже поют. Не забудьте взять с собой репеллент и обязательно какие-нибудь средства от комаров, иначе будет худо. В таком потрясающем месте просто невозможно не сделать фотографию. Наше традиционное селфи. Давайте, у кого лучше? Выкладывайте свои оригинальные фотографии на фоне достопримечательностей Омской области в нашу группу «Туризматика 55» ВКонтакте. Каждую неделю мы выбираем лучшую работу, автор которой получает полезный туристический приз и переходит во второй этап. Победитель конкурса получит iPhone. Какой же чудесный день! Но насколько мне повезло, представляете, приехать именно в такую погоду. Падают крупные снежинки. Их даже можно половить, как в детстве. Гулять очень хорошо вокруг озера. Сюда может попасть любой. И не нужен какой-то специальный вход, не нужно платить за билет. А вот тот самый живительный источник. И вода в нем горячая, можно руки даже погреть. Здесь нет рыбы в этом озере. А знаете почему? Потому что вода йодобромная. И летом отдыхающие активно в нем плавают, ну потому что нужно оздоравливаться. Слушайте, тут идет снег. А тут как из крана горячая вода. Бывает же. Разнозаживляющие и успокоительные свойства йодобромистой воды люди использовали давно, даже раньше средних веков. Еще Плиний старший лечил раны морской губкой, но все же прежде чем оздоравливаться этой водой, стоит, как говорится, проконсультироваться со специалистом. Здесь не только живописная природа, красоту, которую можно впитывать в любое время года, а также еще много развлечений для отдыхающих. Вот, например, можно покататься на катамаране, а также позаниматься вейкбордингом, а зимой покататься на плюшках. Ну а прямо сейчас я просто обязана сделать селфи. На мой взгляд, Муромцевский район можно смело назвать золотой туристической жилой Омской области. Тут и множество озер, среди которых знаменитая Ленева, и прославленная на весь мир деревня Окунева со своими аномалиями, и Петропавловский винокуренный завод, и просто много живописных мест, в которых можно с удовольствием провести пару деньков. Не доезжая до Петропавловки, у нас существует такое место, называется «Зеленый остров». Там приготовлены столики, можно приехать с палаткой, посидеть, можно плавиться на реке, на лодке. То есть достаточно живописные, красивые места. Водица хороша, искупаться бы еще здесь, да вот только времени нет. Надеюсь, вы сделаете это за меня, когда приедете сюда, потому что не приехать, по-моему, невозможно. Место на самом деле очень живописное. За 150 рублей по всей этой красоте несколько кругов.